году отмечается 120 лет со дня рождения Аркадия Гайдара. Имя этого писателя знают все, его книги читают и перечитывают. Они всегда вызывают интерес, как и его жизнь, жизнь писателя и солдата. Аркадий Гайдар – советский писатель, автор детских книг, киносценарист, участвовал в Гражданской и Великой Отечественной войнах. Его книги, такие как «Чук и Гек», «Тимур и его команда», стали классикой детской литературы. И для дошкольников мы проводим в рамках игровой формы, поскольку именно игровая форма позволяет нашим юным читателям усвоить необходимый материал, познакомиться с творчеством таких замечательных писателей. Это очень важно, закладывается именно в детстве. В 14 лет Аркадий Гайдар вступил в ряды Красной Армии. Он воевал на многих фронтах, в промежутках между боями учился на киевских командных курсах, потом в высшей стрелковой школе и в 16 лет уже командовал полком. В библиотеке номер 12 ребята познакомились с произведением автора «Сказка о военной тайне», о мальчишеке-бальчише и его твердом слове. Дети посмотрели художественный мультфильм. Сегодняшнее наше посещение очень важно для наших детей, поскольку мы очень много времени уделяем именно патриотическому воспитанию детей. И в нашем детском саду проходит достаточно много различных мероприятий, посвященных именно этому воспитанию. В завершении встречи дошкольники нарисовали рисунки о мальчишеке-бальчише. Посещение библиотек стало доброй традицией как для сотрудников, так и для воспитанников детского сада. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.